Всем большой привет! Сегодня поделюсь рецептом безумно вкусного манника с яблоками. Готовится пирог на кефире без использования муки. Он понравится даже тем, кто не любит манную крупу. Получается вкусный, влажный и очень нежный пирог. Настоятельно рекомендую приготовить. В миску высыпаем 1 стакан манки и заливаем 1 стаканом кефира, у меня жирностью 2,5%. Стакан используем 200 или 250 мл. Как следует перемешиваем венчиком и отставляем пока в сторону, минут на 20, чтобы манка набухла. В другую миску разбиваем 3 яйца. Всыпаем 200 грамм сахара и 7 или 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем до пышной белой массы. Затем в манку с кефиром добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры и 1 чайную ложку разрыхлителя. Еще раз перемешиваем и в 3 приема добавляем взбитые яйца с сахаром. Перемешиваем венчиком или лопаткой. Тесто для манника готово, оно получается довольно жидким. Буду делать пирог с яблоками. Для этого беру 2 яблока, срезаю с них кожуру и нарезаю средним кубиком. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом вместе с бортиками. У меня диаметром 22 см. Вливаем половину теста, сверху выкладываем все нарезанные яблоки и далее оставшуюся половину теста. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов посередине и выпекаем на режиме вверх-вниз 35 минут. Манник получается с румяной золотистой корочкой сверху и очень ароматный. Даем пирогу немного остыть, по краю формы проходимся ножом и снимаем разъемное кольцо. При желании посыпаем миндальными лепестками или украшаем по своему вкусу. Разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу с чаем или кофе. Этот пирог-манник получается настолько влажным, нежным и мягким, что просто тает во рту. Очень вкусный и при этом легко готовится. Съедается за считанные минуты. На этом у меня все. Если понравился рецепт, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем приятного чаепития и до скорых встреч!